Ну вот очередную гитарку со студии принес, но тоже стояла без работы, чуть-чуть причесал тут. Все было очень замызганное, да и сейчас, в принципе, ну уже хотя бы играть можно. Но пороги еще вроде живые. Пороги вроде как маленькие. Ну, вот такая. Немного все такое с перхотью. Датчики родные стоят. Это Индонезия. Так много гитар еще не было. То не одной, то сразу. Пять. Короче, надо послушать ее. Кстати, да, это неплохое весло, в принципе-то пойдет, играть удобно. Я тут никогда в жизни на 24-м ладу не играл, ну и что-то вроде как бы это довольно комфортно, ну так что нормально.